Человечество, не сумев достичь бесконечной жизни, вечной молодости и постоянного здоровья, придумало себе неплохие догмы, проверить которые и всего лишь один раз может каждый. Правда, уже никому об этом не скажет. Но мы расскажем и покажем, как на практике можно угваздать за год сияющий нулевый крузак, и как его за день можно восстановить, в смысле вернуть первоначальный блеск его лакокрасочному покрытию. Итак, продемонстрировать безумно сложно, но благодаря офигенному опыту можно. Вот она. Безукоризненная и надежная мечта бизнесменов, уставших матюкаться намеренных по переездам и внезапным дорожным абзацам. Казалось бы, ну невозможно за год засадить лакокрасочное покрытие до песчаной мути. А легко. Это называется мойка одним ведром. Служебного негодяя-водителя или одаренного с точки зрения раннего зарабатывания денег подрастающего поколения. И результат налицо. Безвыходная ситуация? Нет, визит твой до дыр. Так вот, только настоящий автолюбитель может делать автомобильную передачу. Не только настоящий автолюбитель может небезразлично относиться к вот этим девайсам. Это, между прочим, полировальная машина. Итак, первая ступень. В принципе, она не сильно отличается от обычной полировки, но благодаря уникальной жидкости от Mr. Cap вы можете стереть даже пятна битума. И что это в моих руках? Это полировальная машина, которая имеет несколько степеней свободы. Вот так она примерно работает. То есть на вашем автомобиле не остается специфичных таких круговых разводов. Что мы делаем? Добавляем немножко магической синей жидкости от Mr. Cap. Да. Кстати, эту жидкость вы нигде не купите. Она дается только официальному и авторизированному представителю. Ну, так же, как и вот этот инструмент. Кстати, знаете, сколько он стоит? Нет, вы его тоже не купите в любом магазине. Он стоит 20 тысяч рублей. Ну что ж, начнем. Прямо в режиме онлайн. Ой. Мне сложно передать, но я действительно это вижу. Все пятна битума удалились. Как ни странно, сейчас мы покажем это более крупным планом. Ну и расход, в принципе, доставляет вам, точнее, не доставляет вам никаких проблем, еще есть. Ну и почему я так удивился? Да потому что сам пробовал удалять пятна битума. Поверьте, даже мощные растворители с этим не справляются. А Mr. Cap справился легко. Ну а пока идет первоначальная чистка вышеозвученными стахановскими темпами, возможными только при применении фирменных Mr. Cap-овских средств, расскажем о них, дорогих и результативных, и скажем, что эту технологию, пункт А, первому встречному не дадут, и пункт Б, применению оной еще надо поучиться. А умение специалистов этого комплекса, как и право представлять эту продукцию на Южном Урале, подтверждено многочисленными дипломами и свидетельствами. Это ноу-хау, это на самом деле реально полимер, который при застывании становится пластмассой. Мы наносим его на кузов автомобиля, он заливает все микропоры и царапины, в связи с этим автомобиль становится колоссально блестящим. Итак, процедура, казалось бы, не очень сложная, но занимает некоторое время. А точнее, час на одно крыло и требует крепких мужских рук. И еще кое-что требует. Об этом чуть позже, а точнее сейчас же расскажу. Вы не сможете эту процедуру повторить ни на улице, ни в гараже тем более. Знаете почему? Потому что освещения недостаточно. А здесь, в автомоечном комплексе «Твой до дыр», одних только светильников мощностью по киловатту 6 штук. И благодаря этому вы можете детально посмотреть качество лакокрасочного покрытия, а затем уже следующая обработка. А теперь о сути защитного покрытия. Это полимерная композиция, обладающая потрясающе сильным и толерантным, то есть прозрачным эффектом. Вот так выглядят схватившиеся остатки. Прочность удивляет. И это действительно жидкий пластик, который необходимо наносить грамотно и осторожно. Да, конечно, мне очень сложно вот этим заниматься. То есть, ну, при падающем резком солнце и еще и что-то вам объяснять. Я вам скажу, что у вас будет такая же примерно физиономия, после того, как вы увидите, ну, свою блестящую ласточку. И финальная стадия. Вот, кстати, тоже очередной такой же блестящий девайс. Вот Mr. Cap. Чем это отличается от предыдущего? А сейчас объясню. В этой специальной машинке
Так подобранная скорость вращения и эксцентричность головок, что только благодаря ей вы можете добиться вот такого великолепного результата. Ну и разумеется, опять же, такой девайс не продается каждому. И вот он результат, но все познается в сравнении. Кстати, в телевидении, как и в кино, а в отечественном особенности, обезьян и мучеников-чудаков хоть отбавляй. И магнитка тому явное подтверждение. Так вот, был как-то круто распиаренный сериал, в одной из сцен которого облажалась вся операторская группа. Представьте, сияющий джип боевиков выплывает на горный склон, и в его зеркальных боках отражается вся съемочная группа. Ну и вот наш опыт. Примерно то же самое. Это специально спровоцировано до и после обработки. И если вы не увидели результат, то мне придется сменить квалификацию и пойти в управдомы. Есть такое в физике понятие – абсолютно черное тело. И вот для того, чтобы наше солнышко светило, так как оно сейчас светит, это тело надо разогреть до температуры 5600 кельвинов. Не слабо, да? И абсолютно черное тело не может никак преломлять и получать отражение. А вот вам, пожалуйста, помните тот самый замечательный черный джип. Так вот, сейчас в нем можно отражаться, и он светится от удовольствия. На сегодняшний день автокосметики очень много, но вся она на водной эмульсии, и после каких-то определенных моек, там одной, две или три, они все смываются. Что касаемо жидкого пластика, он не смывается вообще. Ни дождем, ни шампунем, ни какой-то там химии. Когда вы обработали свой автомобиль, мистер Кэпом? 1,5 года назад. Как результат? Отлично. Ну, какие-нибудь особенности эксплуатации? Приходилось машину беречь или что-нибудь? Ошибка не старались, но результат налицо.